Я спокоен. Я удивительно спокоен. Дух безмятежности наполняет меня. Все мысли и заботы ушли, растворились. Что за бодяга? Вступление. Я прислушиваюсь к своим мышцам. Они свободны, расслаблены. О, это по делу. Расслабимся. Мои мускулы хорошо отдохнули за ночь. Я готов встретить грядущий день. Встретить бодро, встретить энергично. Внимание! Я! Молния! Удар! Забавный мужичок. Все мое тело наполняется живительным электричеством. Василич, вот знаешь, ты мне сегодня устроил праздник. Вот угостил, так угостил, понимаешь? Я до этого, честно тебе скажу, знаешь, сколько не пил? Если я тебе назову цифру, тебе будет страшно. Не пугай. 1.5 дня. Ты так вообще бухать бросишь. Типун тебе на язык. Васильич, а вот я хотел тебя спросить. Вот ребята не зря хвалят пирог твоей тещи. А вот секрет этого напитка, это секрет? Секрет. Для всех? Для всех без исключения, не я. Она туда карбид заправляет. Да. Не перебивай. И скипидар. Потом грибы мелко шинкует. Мелко ножиком шинкует грибы. И в первак. А потом в подпол на 3 дня. Супер пола получается. Так получается, твоя теща знает грибные места? Что ты? Она за 5 минут корзину грибов набирает, пока я машину заправляю на МКАДе. Может, и мне промкадиться? Конечно, поедет промкаться. Жизнь сплошной депресняк. А так, когда пирог обмажешь, выходные сразу становятся ярче и больше. Как это больше? Я не знаю, но иногда в течение недели по 3 субботы подряд колбасили. Васильич, вот у меня к тебе будет единственный нескромный вопрос. Давай. Я у тебя в гостях уже, как говорится, далеко не первый раз. А второй до сих пор не могу посчитать. Сколько ж у тебя комнат? 3. 2 спальни и туалет. А мы сейчас где? Мы в комнате приемов. Так получается 4. Не получается. Комната приемов только после первака появляется. Так, давай тогда по 30 капель. За первак. Васильевич, у меня к тебе будет единственный нескромный вопрос. Можно я тебе сейчас вот возьму и протестирую твой IQ? Это не больно? Это приятно. Я готов. Васильевич, отчим, давай, отвечай сразу в лед. Жена орла. Орлиха. Прямо вассерман, смотрите на него. Жена дрозда. Это посложнее. Дроздиха. Да ты знал. Жена грифа стервятника. Грифиня стерва. Ты все знаешь. А ты знаешь, что жена у слона? У слона. Так слониха. Нет. А кто? А у него нет жены, слон холостой. Какой слон? Который за телевизором стоит. Васильевич, у меня к тебе нескромный единственный вопрос. А как ты понял, что он холостой? Ну, ты сам соображаешь, стал бы женатый стол за телевизором стоять. Васильич,
Мне к тебе единственный откровенный вопрос. А вот ты, Василич, мог бы полюбить бобра? За что? А любят не за что. Тогда смог бы. А ты романтик. А ты смог бы поцеловать лося? А ты знаешь, смог бы, но только в щеку. Почему не в губы? Буду я незнакомого лося в губы целовать. Василич, у меня к тебе единственный прямой откровенный вопрос. Так. А ты попкорн в нос засовывал? Никогда в жизни. Зря, жизнь-то проходит. А глубоко засовывал? Чем глубже, тем интереснее. А я мозг не повяжу. Смотря как ты в школе учился. На двойке. Уже не повредишь. Василий, мне к тебе единственный нескромный вопрос. А ты пластилин с хлебом ел? Ты даешь. Кто ж пластилин с хлебом ест? Хлеб же полнит. Василич, сюда смотрю, у нас заканчивается источник жизни. Есть у тебя... Да навалом там. Два грузовика в подвале. А как грузовики в подвал могли заехать? У меня гаишник знакомый, решил все вопросы. А давай туда еще и слона возьмем, а все-таки на троих. Вот это. Басик, кыш-кыш-кыш. Кыш-кыш, камон, иди к папке. Василий, у меня к тебе будет единственный откровенный вопрос. Почему ты слону кыс-кысаешь? А чтобы за ним бобры не увязали. Какие бобры? Сейчас квакнем, покажу. Пошли покажу.